Ряд крупных сетей в России ввели ограничения по продаже социально значимых товаров в одни руки. Речь идет о сахаре, муке, соли, макаронных изделиях и крупах. Всему виной высокий спрос. Некоторые покупатели выносят из магазинов десятки килограммов продукции. Ограничения должны предотвратить последствия такого ажиотажа. К тому же причин для него нет. Запасов достаточно. Приведу пример ограничений. Сахара не более 10 килограммов на одного покупателя, 5 упаковок муки по 2 килограмма и 3 пачки соли. Мера должна остановить перекупщиков, говорят представители сетей. Мера направлена на то, чтобы обеспечить россиян доступными продуктами питания и бороться с перекупщиками. Чтобы не допустить перебоев в производстве и поставках, торговым сетям нужно оперативно пересмотреть процесс работы с поставщиками и принять предложения поставщиков, которые включают в себя моратории на выставление штрафов и аудиты, сокращение сроков согласования, изменения цен, сокращение сроков оплаты заказа. Отмечу, в Тюменской области с продовольственной безопасностью все в порядке. В регионе сформирован запас продуктов на несколько месяцев вперед. Кроме того, федеральные торговые сети ограничили наценку в 5% на социально значимые товары.